Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матч чемпионата мира 2022 в Катаре. И матч у нас на очереди — Уругвай против Республики Кореи. Вы можете делать свои прогнозы в комментариях, написать, как вы считаете, какой будет счет в этом матче. Ну и давайте пробежимся по командам. Сборная Уругвай заняла третье место в отборе в Южной Америке, пропустив вперед лишь только Бразилию с хорошим таким отрывом в 17 очков и сборную Аргентины, которая их опередила на 11 очков. Поэтому вот Уругвай с третьего места попадает на чемпионат мира. Ну, здесь, в принципе, все понятно. По поводу Республики Кореи, во втором раунде азиатского отбора сборная Республики Корея заняла первое место, набрав 16 очков в 6 матчах, играя в группе с Ливаном, Туркменией, Шри-Ланкой и КНДР. Вот. И после того, как заняли они первое место, вышли они в третий раунд, и там уже в своей, так сказать, подгруппе заняли второе место. Впереди на 2 очка их опередил лишь Иран. Ну вот, две эти сборные попали на чемпионат мира. У нас заканчивается уже и первый тайм. Сборная Уругвая забила в первом тайме и продолжала давить, пытаясь увеличить отрыв. Но по итогу матч так и закончился со счетом 1-0 в пользу сборной Уругвая. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.